использовать родной язык в повседневной жизни, включая в походы в магазин, включая просто общение в гостиницах и в других местах общественного пользования. И принято ли в демократических обществах заявлять, что люди, которые сейчас вот находятся на одной части территории, в данном случае Украины, являются не людьми, а нелюдями или особями, как президент Зеленский их называл. Вот мы сегодня вспоминали на наших переговорах, как президент Порошенко, когда он стал президентом, обещал после демократического избрания, как вы говорите, обещал обходиться со своим народом. Он сказал, у нас, на нашей Украине, которую мы контролируем, будет все, и школы, детские сады, еда, удовольствие, процветание, а эти, показал он на них пальцем, на Донбасс, будут сидеть в подвале. VEON is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.